Здравствуйте, уважаемые казахстанцы. Я Имангалиева Бибигуль, член оргкомитета оппозиционной партии «Алга Казахстан». В течение полугода мы пытаемся зарегистрировать нашу партию. Мы уже дважды подавали документы в Министерство юстиции, но мы дважды получили отказ. Но мы видим, что у нас очень много сторонников. Это видно по тем лайкам, комментариям и перепостам в социальных сетях, а также по той финансовой поддержке, которая нам оказывается. И мы хотим поблагодарить от всей души всех этих людей. Также, как вы знаете, через день 12 числа мы собираемся в третий раз подать документы в Министерство юстиции. Если и в этот раз нам откажут, то мы не будем на этом останавливаться, то мы будем наращивать число своих сторонников. И будем приглашать своих сторонников к Министерству юстиции, чтобы они своим присутствием показали, что это реальные живые люди, которые хотят и требуют, чтобы зарегистрировали нашу партию. Прошу и в дальнейшем оказывать нам всяческую помощь и в социальных сетях, и финансовой поддержке. Как вы знаете, в социальных сетях были выложены проекты наших политических и экономических программ. Просьба ознакомиться с ними и ознакомить как можно больше людей и привлекать в наши ряды как можно больше сторонников. Алга, Казахстан!